Сегодня, вспоминая начало Великой Отечественной войны, я хочу начать с того, чтобы коснуться торжественных мероприятий, которые у нас пройдут 24 июня. У нас состоится торжественное шествие, посвященное 75-летию победы Великой Отечественной войны. Священный праздник должен состояться на Камчатской земле. Мы отдаем дань памяти и уважения нашим защитникам, нашим героическим предкам. При этом я хочу напомнить, что формат проведения будет особым, без присутствия жителей, в связи с тем, что безопасность наших граждан превыше всего остается первым приоритетом. В связи с этим я еще раз прошу всех жителей Камчатского края воздержаться от участия. Предлагаю каждому посмотреть торжественное шествие у себя дома по телевидению. Трансляция будет обеспечена. Ну, а также прошу обеспечить координацию деятельности всех органов, ответственных за безопасность, за порядок здесь у нас в Петропавловске-Камчатском, в центре города. Это важно, поскольку соблюдение требований безопасности, особенно в таких мероприятиях, наверное, наш главный приоритет.